Каждый из мастеров должен был оформить свой стенд. Кроме этого, каждый из мастеров должен был представить конкурсную работу и показывать мастер-класс для туристов. Я показывал воспроизведение, да, крымско-татарского орнамента на блюде. Вот рассказывал, огромный интерес проявила публика к народному орнаменту, к ее символике, знакам. И выстроилась огромная очередь из людей, желающих увидеть свой будущий герб семьи, свою семью в виде орнамента. Керамический саан, он был весь орнаментирован крымско-татарским народным орнаментом. Родовое древо, которое, ну, чередуясь, повторяется. Вот это удивило. Это гордость за наш крымско-татарский народ, за наше искусство, которое вызывает огромный интерес. Но это здорово, что мастера могут представлять на достойном уровне и побеждать в таких конкурсах. Я считаю, это большой плюс нашему народу, нашей культуре.